мы сверяем паспорта с номерами маток. 76-я. Вот эта матка зеленого цвета с... Das ist 76. Ja, ja, ich sehe, да. 76. Ja, ja. Das ist diese Karte. Karte. Das ist Mutterlinie und das ist Breitstein. Ja, das ist das ist also von Varroa-Toleranz-Belegstelle. Да, das sind mehrere Vaterlinien. Ja, это отцовская линия с Varroa-Toleranz-ной линией. Указана материнская линия, и здесь отцовские, то, что стояло на облетнике горном, какие отцовские линии стояли, вот обозначение. То есть это не облетник, это здесь стоят какие-то это условно... Это очок специальный, горный с изоляцией, не менее 10 километров, который... Нет, я говорю, здесь, где мы сейчас находимся, это не облетник. Hier eine sozusagen zu Hause, eine Blechstelle, benutzen Sie, он здесь не использует его, он здесь не облетывает мат. Das geht nicht. Ja. Wenn ich hier, wenn ich hier begatten lasse, dann habe ich solche Finne. Verschiedene Rasse, ja? Ja, das ist Katastrophe. Если я здесь облетаюсь, то у меня будут разнобойные... Ну, понятно, понятно. Пчелы, и это катастрофа. Dann habe ich genau diese gelbe Biene. Ja. Dann sage ich, habe ich Wagfast. Und das ist Steiermark nicht erlaubt. Aber vielleicht wissen Sie über die Methode von Gelbhuhn. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. 8 verschiedene Rassen, 12 Imker. Sie holen die Drohnen zu und machen eine Gelbhuhn-Mischung. Ich weiß, ja. Ja. Wir haben mit einem Lehrer geholfen. 2048 Mikroliter sammeln. Ja, ja, diese ja. Menge machen eine Cappuccino. Ja, ja. Ich weiß. Спермомиштейник, спермомишин. Андрей, матку Юрген, которую нам дал, положи, пожалуйста, туда. Мы ее забудем. Das ist auch so ähnlich wie diese. Das ist auch ein Genpool von verschiedenen Linien und verschiedenen... Aber nur Kalika. Он говорит, у нас примерно такой же принцип используется. Они делают генный пул? Нет, они выставляют различные отцовские линии, но только кармику выставляют. То есть получается, что облетник обеспечивает чистоту породы, как тут его правильно назвать, породный, там, расовый облетник, да? И, соответственно, отцовские линии все выбраны по принципу Varroa-толерантности, и материнские линии, я думаю, что они тоже выбирают по принципу высоких показателей и так далее и подобное. Ja, danke, vielen Dank, sehr. Sehr, sehr schön.